чем обычно. Коллектив молодой, очень много игроков выступают и в основной команде в Суперлиге. Вот сейчас посмотрим за их атаку. Отличную разыгровку. И счет открыт уже спустя 35 секунд. 1-0. Вот так вот быстро была первая атака от саратовцев. Но и на этих эмоциях после неназначенного штрафного за игру рукой, как они считали. Ой, ой, мама мия, что это было? Нет, вы видели, какая передача пяткой и удар Никиты Горбунова 1-1. А Горбунов забил свой 10-й мяч. А теперь вопрос в том, забьет ли... Во вторые 25 минут. Вот, не видели сейчас, что произошло, но арбитр зафиксировал нарушение правил. Сенатора. Разбег, удар и гол. Несмотря на то, что 22 номер новой генерации, но довольно такой большой, крепкий голкипер, все-таки Роман Сенаторов пробил не на силу, а на технику и переиграл. Передача, удар и 2-2. Вот так вот неожиданно сравнивают у нас новая генерация счет. На 5-й минуте второго тайма сравнивает. Вот то, о чем я сказал буквально несколько секунд назад, потерялась в небольшой паузе концентрация. Отвели угрозу от ворота. Теперь Андреев с мячом. Пас на Армика. Армик Гильманов, там один, можно было бы ему передачу отдать. А вот хорошо находит Рахметова и закатывает Андреев. Поздравляем с дебютным забитым мячом. Браво, Иван! 3-2 выводит свою команду вперед, он этого ждал, а вся команда ему помогала, и, конечно, 17 номер в нужный момент включился и сделал счет 3-2, но играть еще очень много. Сенаторов, отличная передача, и какой гол, Алексей Саблин. Ну вот, это потому что Алексей забивает редко, но, как говорится, делает это метко. Пяточкой в нижнюю шестерку. 4-2. Вот, спасибо всем зрителям, болельщикам. Мы увидимся с вами на следующих матчах.